Отдел МВД России по Славянскому району возглавил новый руководитель. Им стал полковник полиции Юрий Скорняков. Нового руководителя представил начальник главного следственного управления МВД России по Краснодарскому краю полковник юстиции Дмитрий Демин. Приказом номер 1524 по личному составу от 2 июня 2017 года назначен полковник полиции Скорняков Юрий Сергеевич на должность начальника отдела МВД России по Славянскому району. На встречу были приглашены руководители силовых структур, весь личный состав, а также глава Славянского района Роман Синеговский. Мы совместно работаем, взаимодействуем с отделом внутренних дел. В принципе, всегда в конструктиве, задачи общие. Губернатор, ставя задачу главы муниципалитета, он всегда заостряет внимание, что главное – это безопасность. Безопасность во всех своих проявлениях. Будем вместе взаимодействовать, помогать, поддерживать для того, чтобы, как я еще раз хочу сказать, чтобы Славянский район был одним из лучших уголков Краснодарского края. Полковник полиции Юрий Скорняков до назначения на новую должность руководил отделом МВД России по Кореновскому району. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».